Друзья, всем привет! Сегодня решил выбраться в лес, погулять, поесть что-нибудь вкусного. Ну и для вас снять новое видео в рубрику «Полевая кухня». Сегодня мы с вами будем готовить картофан с сосисонами. Это самое легкое блюдо, которое можно будет приготовить. А что я взял для готовки, сейчас увидите. С вами готовить самое туристическое блюдо. Это картофан отваренный вместе с сардельками. Вот. Начинаем с самого главного. То, что у нас будет дольше всего готовиться, это картофан. Начинаем его чистить. Мне удалось почистить картошку при помощи овощечистки. Сейчас думаю разрезать ее пополам, дабы, чтобы она быстрее у нас приготовилась, чтобы гораздо быстрее можно было уже начинать есть. Теперь набираем воды, ребят, и ставим на огонь. Закипать, не забываем все это дело посолить, чтобы картошка у нас была соленая и не пресная. Добавляем соль на глаз и пробуем. Да, достаточно. Ждем, когда сейчас оно все доготовится. Она закипела, ставим таймер на 20 минут и ждем, когда она все полностью прокипит, эти 20 минут, и тогда будет картошка уже готова. В общем, вот так вот у меня получился картофан, он уже готовый весь. Тут пока менял батарейку на камере, он окончательно приготовился. В общем, снимаем и сейчас приступаем к готовке наших сарделек. Мы их будем, ребят, обжаривать на маслице. Перед этим сейчас их нужно расчехвостить. В прошлом видео я вам показывал про этот набор, а в этом видео вот я вам покажу, как им пользоваться. Вот он, дуршлачок наш, подставляем и сливаем водицу. Оп. Вот с ним все хорошо, ничего у него не прошло, а водица у нас слита. Вот так вот. Картошка готова. А нам нужно разрезать сарделину пополам и подправить его на готовку.
жарил сардельки и картошку варил. То, что нам нужно еще нашу зеленушку, в данном случае это у нас укроп, порезать, чтобы потом это все дело посыпать, чтобы было еще вкуснее. Но это как на любителя, в общем. В общем, сейчас мы нарежем по-быстрому. Начинаем собирать наше блюдо окончательно. Берем нашу приготовленную картошку. Добавляем туда такие пару ложек сметаны. Вот так вот прям не жалеем сметаны. Чем больше сметаны, тем будет вкуснее. Полбанки примерно где-то. Так, ставим пока в сторону. Дальше добавляем нашу зелень. И все это дело мы перемешиваем. Ну и в конце добавляем наши сардельки. Вот так вот. Ну а теперь идем пробовать. Так, ну что, ребят, по нашей доброй традиции берем нашу лепешечку. Я, кстати, не знаю, почему я на них перешел, но они очень вкусные. Наше блюдо. Вот такое вот у нас получилось. Ну, погнали пробовать. Даже без перца очень вкусно. А, забыл совсем сказать. Я сейчас продолжу буду есть. А вы, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все. Всем до новых встреч. Я пошел вкусняшку есть.